Здравствуйте, дорогие друзья, футбольные болельщики, любители ставок на спорт. Меня зовут Егор Дергачев. Рад с вами обсудить матч Лиги Чемпионов, который пройдет в Турции, Бешикташ-Монако. Что ж, после трех туров сенсационно для многих, но после первого тура не для меня, лидирует Бешикташ, турецкая команда, которая не потеряла ни одного очка, 3 матча, 3 победы, 9 очков, фантастика просто. И Бешикташ сейчас принимает дома Монако. С одной стороны, я бы хотел предложить прогноз на то, что Бешикташ победит, но в принципе у турков сейчас нет такой необходимости играть строго на победу, рвать жилы на себе и обязательно выигрывать. В принципе, турков устроит большего и ничья, ну и вероятнее всего Бешикташ из этой группы выйдет, очки они могут набрать в других поединках. А вот Монако в этом матче нет другого варианта, кроме как выигрываться. Монако очко после трех туров, и две игры дома уже позади, осталась только одна игра на домашнем стадионе против Лейпцига, и я не знаю, какие установки нужно давать руководству Монако, чтобы моногаски прошли хотя бы в Лигу Европы. Нужно набирать очки с матчем Бешикташа, вернее, в матче с Бешикташем, и для меня, я подчеркну еще раз, фаворит турки. Но в их победе я сомневаюсь, но мне кажется, что матч получится у нас голевой. Отступать моногаскам некуда, они как бы будут в атаку. А там контратаки турков, и те, вероятнее всего, забьют. Я вам предлагаю поставить на то, что в матче будет забито более 2,5 мячей. Коэффициент более чем симпатичный, 1,67. Да, он не сильно высок, но и согласитесь, этот вариант, что в матче будет забито 3 и более мячей, тоже очень и очень вероятен. И если вы со мной согласны, то поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Обязательно в комментариях напишите свои прогнозы на матч Бешикташ-Монако. И, конечно же, дорогие друзья, давайте добавляться ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика.